Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Metal Gear Solid 5. И вот мне абсолютно не нравится вот тот патруль, который идет, но у них какая интересная маршрут, куда... Блин, они что-то как там, я боюсь, что они труп найдут сейчас. Эх, мне бы снайперку, я бы дабл хедшот сделал. Может, и не найдут труп на самом деле. Да не, наверное, не найдут. Или найдут. Так, ну в любом случае мы... Я думаю... Слушайте, ну, по-моему, четко сработано. Фух, мама дорогая, это было страшно. А что они тут увидели-то? А, они увидели вот этот труп. И стали паниковать. Так, я думаю, эти трупы надо... перенести как бы, ну, вот сюда куда-нибудь. Или куда? Ну, короче, пусть будут они вот тут вот у меня все. Да, они увидели вот этот труп. И испугались. Но тревогу они не подняли, то есть они тупили долго. Ненормально. Так, все, еще один. Отлично. Слушайте, игра на самом деле шикарная, МГС. Просто, ну вот я вот сейчас вот прочувствую всю, короче. Всю вообще. Ой, тут он так двери жестко открывает. Ништячки. Биоматериал, младшие металлы какие-то. Это все, видимо, для крафта нам пригодится. Так, тут закрытая дверь. Блин, ты бы так не вываливался из дверей, ну ладно. А двери еще имеют свойство автоматически закрываться, да? Так, а я, кстати, все трупы отнес. Да, вроде бы все трупы отнес. Так, давайте сейчас как посмотрим в бинокль наверх. Я вот почему-то уверен, что там наверху кто-то должен быть, но там никого как бы нет. Так, ладненько. Вот этого чувака надо спрятать обязательно, которого мы кокнули тут. Куда его только спрятать, вопрос. Ой, а чё у меня пистолет? А, потому что я из основного не могу стрелять, пока его несу, да? Давайте сюда его спрячу. Ну, блин, я, конечно, совсем удачно его положил. Ну, ладно, в любом случае пусть лежит. Так, тут вот какие-то тоже ништяки. Всё, ништячки пригодятся. Тут провизия. Так, туда я выходить пока не хочу. Зайти можно.
Ля, прикольно, можно... Ага, во-первых, вот ништяк. Я не знаю, зачем мне эти всякие младшие металлы и прочая лабуда, но... Блин. Я думаю, что это мне все когда-нибудь пригодится. Так. Водокачка. Ну тут не так много, кстати, бойцов вражеских. Прям через парадный вход пойдем или нет? Не, давайте не будем борзеть сильно. Не пойдем через парадный. Знаешь, о недавнем рейсе? Да, на Россию. Во внук. Крыса-мыши. Может быть. Я даже просто тело не нашли. Самолет загорелся в воздухе. Никто не мог выжить из этого. Не жаль. Пока. Пока. Есть! Аванпост захвачен. И просто двойной хедшот. Вы видели, какой четкий? Так, все, это как бы все, он наш, да? То есть я могу тут теперь спокойно ходить. Прям... Аудиокассетку мы заберем. Так. Так вот, тут говорилось про штаб и про разведданные. Ну, во-первых, вот эти горючие ресурсы и прочую... Подождите, мы что, не захватили еще? Блин, походу тут кто-то спалил наши те трупы, которые я не убрал. Так, ну мы добыли разведданные. Как он их просканил. So you picked up an intel file. Extraction. Now we know where Miller is. I'm marking it on your iDroid. The map has been updated. Основное оружие максимально. Так, ну калаши нам не нужны, хоть их тут и много. Ага, вон они, говнюки эти. Какой он, однако, живучий, этот чувак.
Так, ладно, пойдемте вниз. Мне интересно к этой антенне еще сходить. Ну, это первое. Во-вторых, тут внизу, наверное, что-то будет еще эпичнее. А, не, мы что-то внизу уже были. Так, ладно, пойдемте к антенне. Как же туда наверх-то забраться? Никак нельзя сюда залезть. Блин, то, что он постоянно стоит чуть это, он сразу запрыгивает, это, конечно... Немного раздражает. Так, а как же туда залезть-то? Ну, изнутри здания ловить нечего. Так, я тогда так полагаю, что можно выстрелить, видимо, в этот... Нет, да? Может, в этот синенький огонек надо попасть? Я просто боюсь, что у меня глушитель закончится. А ну-ка. Marker placed. Marker removed. Ну, черт его знает, как с этой антенной быть. Вот, честно, я не совсем понимаю. Хотя, как по мне, все-таки из здания должен быть проход, наверное. То есть, может быть, если как-то открыть вот эти ворота. А ну-ка, подождите, тут можно залезть. Вот пошла это. Да нет. О, я могу сесть в машину. А мне вот что интересно, я могу, например, вскрывать вот гаражи машины, например, вот этот. Нет, да? Не, видимо, на машине тут особо немного действует. Вот, ну, тем не менее. А, это вот наша эта лошадь. Уровень тревоги низкий. Разведданные радио. Так. Нет, короче, мне туда надо, да? То есть, а этот пункт... Бля, тут нужно так ее еще вращать, эту. Эвакуация материалов, так. Не совсем понял, что это. Ну да ладно. Сейчас попробуем пройтить. Тут, наверное, пара бойцов будет на этом пункте, не более того.
soldier. A lot of them came from Central Asia before, but lately they've been using more and more Russians. Simple, really. There's less hesitation to pull the trigger if they're not fighting their own race. Morbid cynicism, but it gets results. That's humanity for you. It's an enemy guard post. Watch yourself. Так, ну я думаю, мы вырубим сначала ту парочку. Your suppressor is no longer effective. Bear in mind, your weapon will be loud. О, я могу с его допросить, например. Escape, действие rapid. Да блин! Откуда он здесь взялся-то? Откуда он здесь взялся? Я же вроде бы... Я думал... Так, ладно, пофиг. Я думал, короче, что все нормально будет. Что здесь всего три бойца. Все-таки аванпост обычный. Тут их оказалось дофига, и мы профукали свой глушитель, к сожалению. Ну ладно. Это ничего страшного. Так. Я немного окровавленный. Давайте из миномета шандарахнем. Да. Вроде бы как это даже сработало. Взять миномет и шандарахнуть прям возле себя. А почему нет? Основное оружие, боеприпас, плот. Так, а еще я понял, что глушить их смысла нету, потому что... Блин, а давайте теперь подальше шандарахнем. А из него на самом деле не так далеко стрелять можно, видите? Хотя на самом деле нет. Почему? Далеко. Дайте, допустим, вот так. Блин, я наводился полгода, чтобы... Так, а ну-ка. Прикольно. Стрельба из миномета — это здорово. Так, ладно. К
Как там эту вызвать, плотву нашу? А, во. Плотва! Шевелись, плотва! Текс, ладненько, я, пожалуй, на этом этот выпуск как раз и закончу. Большущее всем спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получите удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.